Сегодня 13 сентября, знаменательная дата для нашего Краснодарского края, 85 лет со дня образования. 13 сентября 1937 года постановлением в ЦИК Азово-Черноморский край был разделен на Краснодарский край и Ростовскую область. Будет интересно вспомнить основные вехи административной истории Кубани. Эта история начинается с момента заселения России территории по реке Кубани и ее правым притокам. Сюда в 1793-1794 годах были переселены казаки Черноморского казачьего войска и Великого войска Донского. В 1860 году, после слияния Черноморского казачьего войска и Кавказского линейного казачьего войска, на карте Российской империи образовалась новая административно-территориальная единица – Кубанская область, просуществовавшая до 1918 года. Серьезные административные изменения на Кубани произошли вскоре после революции. В 1917 году. После того, как в начале 1918 года победила советская власть, территория Кубанской области была включена в состав Северокавказской Советской Республики, а вместо Черноморской губернии большевики создали Черноморскую Советскую Республику. После окончания гражданской войны на юге России 29 марта 1920 года Кубанскую область объединили с Черноморской Республикой, и новое образование стало называться Кубано-Черноморской областью. Коренная перестройка административно-территориального деления произошла в 1924 году. На основании постановления Президиума в ЦИК от 16 октября 2004 года Юго-Восточная область была переименована в Северокавказский край. Край в административно-экономическом отношении разделялся на 10 округов. Округа и области делились на районы, районы – на сельсоветы. А 7 августа Северокавказский крайисполком принял постановление о ликвидации на территории края округов и утвердил сеть районов и городов. В край вошли 87 районов и 10 городов краевого подчинения. Итогом стало постановление ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Первым руководителем вновь образованного края стал первый секретарь Краснодарского крайкома Иван Александрович Кравцов. В Краснодарский край тогда вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная область. Краснодар стал краевым центром, столицей большого по территории и населению края, по праву считавшегося житницей страны. С тех пор наш край больше не претерпевал коренных изменений. Динамично развивался и стал по праву одним из самых развитых регионов страны. За свою историю Кубань прошла различные этапы – активное развитие, разрушительную Великую Отечественную войну, возрождение. И сегодня мы наблюдаем ее расцвет как житницы России. Кубань сегодня – это один из самых густонаселенных регионов страны. Здесь проживает около 150 национальностей. Численность населения составляет около 6 миллионов человек. Краснодарский край – один из лидеров среди российских регионов по качеству жизни. Многогранная, цветущая Кубань уверенно смотрит в завтрашний день, а ее жители готовы сделать все для того, чтобы принести ей еще больше славы и процветания. С праздником, Краснодарский край!